20 апреля 1942 года завершилась битва за Москву. Был сорван гитлеровский план молниеносной войны – «Блицкриг». Развенчан миф о непобедимости немецкой армии. Противостояние германских и советских войск длилось 200 суток. Сражение охватило территорию, равную Исландии, Англии и Швейцарии вместе взятых. В ходе боев враг был отброшен на 200 километров к западу от Москвы. Наши войска освободили 11 тысяч городов и деревень Тульской, Московской и Калужской областей. Поражение немцев под Москвой заставило власти Японии и Турции отказаться от подготовки нападения на Советский Союз и занять выжидательные позиции. До победы оставалось 1115 дней.